Здравствуйте, друзья! Движемся за покупками с Анной. И только что Анна вернулась из другого путешествия. Местного. Без местной командировки. Анна, куда была командировка? Погромче говорю. Мы ездили на почту с Сергеем. А Сергей это кто? Никто, они Сергея не знают. Не знают. В общем, с неким Сергеем. Да. Так, Анна ездила на почту. И что там? И мы отправляли кое-что. Не, ну подожди, кое-что. Давай уже конкретно, что отправляли. Я думала, может быть, вы хотите как-то сами. А, нет, ну давай, рассказывай. Нет, я буду через тебя. Мы отправляли книги Михаила, которые выиграли люди, которые делали видео. Угу. Участвовали в конкурсе. Участвовали в конкурсе, да. Отправили мы их все пока что в Москву. Да, мы отправили коварным образом. Дело в том, что там какие-то жуткие цены на посылки за рубеж. То есть, если по США, например, отправить нашу книжку килограммовую, это $4 стоит или там типа того, да? Да. То отправить вот в ту же Москву, например, стоит что-нибудь там $35. И мы подумали, что мы лучше отправим их все вместе. Так оно как бы подешевле получается, так в 2 с лишним раза. Отправить их одной посылкой большой. Посылка вышла тяжелая, друзья. Представьте себе, что там 12 книжек по килограмму. Вот. Посылки ушли в Москву. Там у нас есть удаленная сотрудница, которая разошлет призы победителям. Вот, так произойдет. И, собственно, флаги мы еще отправили, правда? У нас есть флаги. А один товарищ у нас, он из Днепропетровск, по-моему. Вот, он, как бы ему 2 флага положено, потому что я в прошлый раз ему не доложил. Так получилось, там, ну, рассинхронизация произошла. Вот, и ему пойдет 2 флага. Значит, один флаг американский со звездами, а второй, я подумал, для разнообразия, пусть у него будет калифорнийский с медведем. Да? Да. Положили мы? Положили. Не забыли. Ну вот, ой, что-то тут. Так это скрипит. У нас, друзья, вот эта Ильниня, она периодически вот на нас проливается. Хотя, вы видите, сухо сейчас более-менее. Говорили так, Ильниня, правда? А в итоге, ну там дождик. Дождик 2 дня, да. Ну такой, не бог весть там какой дождик был. Вот, так что призы, которые вот за границу, они сначала окажутся в Москве, потом, значит, уже из Москвы пойдут по Российской Федерации. Там человека 3 прямо в Москве. Значит, потом пойдут по Российской Федерации, у нас там в Украине и в Беларуси есть там пару человек, вот туда тоже пойдет. По-моему, так вот, да, других у нас там стран нету. Такая вот история. Я просто отчитываюсь, что книжки, значит, отправлены, флаги отправлены. Каждая книжка персонально подписана. И мы со всех собирали, чего им там написать, правда? Правда. Вот, поэтому... И даже... Один просил еще открыточку, но... Мы вместо открыточки ему послали магнитик с надписью Silicon Valley Voice, на котором я подписался. 2 человека. Мы еще не знаем, где они. Значит, один человек – это Алиса. Девушка, она живет в Москве, мы знаем. Вот Алиса живет в Москве. Она иногда что-то пишет в комментариях, но на мой призыв сообщить адрес она не откликнулась пока. И еще у нас есть один человек, музыкант. Вот у нас был музыкант. Я боюсь там напутать сходу с именем, поэтому так пока воздержусь. Вот музыкант, он там с пианинкой сзади снимался, симпатичный такой товарищ. Вот книжки для них тоже ушли в Москву и тоже с подписью, но пока мы адреса не знаем для пересылки, так что если они откликнутся, будет очень правильно. У них в личке Ютуба есть мое сообщение. А даже если нет, то все равно пусть мне напишут. Потому что некоторые говорят, что они не получали, хотя я вроде всем писал. В общем, такая история. Все мы рассказали? Или какие-то отдельные приключения были? На почте на вас не смотрели так косым взглядом? Нет, не смотрели. Ну, цена, конечно, меня слегка удивила. Раньше, когда я отправляла, ну, так, я, правда, такие 5-килограммовые отправляла. Угу. Ну, и было где-то в районе $70. 5-килограммовые? Да. Ну, это было
года 3-4 назад. А сейчас у нас там 12-килограммовая. Там. А сейчас она 12-килограммовая, да. Я как-то не ожидала, что она будет. Ну, да, вышло подороже. Ну, что делать? Это по-любому как бы дешевле. И возни меньше тоже нам. Так бы мы это точно должны были, знаешь, там сколько их теперь, отправить. Теперь будет у другого человека возни больше. Да, мы отправили два ящика. Флаги положили в отдельный ящик. Потому что в одну коробку все не влезало. Фактически вот эта коробка, которая была из Амазон, нет, не из Амазона, я извиняюсь, из типографии. Вот эта коробка была. И, друзья, это всего-то тираж 200 экземпляров, имейте в виду. Значит, мы сегодня отправили 12 из 200. То есть 6% всего нашего тиража. Представляешь, что произошло? 6% всего тиража, значит, мы сегодня отправили. И еще по Америке. У нас там несколько экземпляров. Так что вот такие дела. Тираж быстро расходится. А то, что с Амазона, если те, ну, кто-то приобретает с Амазона, они сами распечатывают. У них какие-то свои возможности. Вот. И если кто-то покупал нашу книжку на Амазоне с доставкой где-нибудь там в Украине или Российской Федерации, или там Беларуси, скажите, ребят, сколько стоит пересылка? Потому что вот я... Как, интересно, да. Интересно, да. Да, неужели так вот по 35 там, долларов берут за пересылку вообще? Конечно, бандитизм такой натуральный. Мы привыкли в Соединенных Штатах, что пересылка книжек на Амазоне, и не только книжек, чего угодно, на Амазоне стоит просто смешные какие-то копейки. Вот эта международность как-то удорожает там в 10 раз. Это очень странно. Ладненько, счастливо.